Мы все прекрасно понимаем, что Китай и Россия – два серьезных геополитических игрока на рынке, как политическом, так и экономическом. И мы сегодня понимаем, что союз двух сильных держав – это кратковременные решения интересов своих. Но тот долгосрочный контракт, который есть на 30 лет, он позволяет выстраивать долгосрочные планы. И если он будет реализован, я не знаю всех условий, как он выгоден для страны экономически, но то, что это долгосрочное планирование, и благодаря этому планированию можно выстраивать долгосрочные стратегии развития и государственной, и компании того же «Газпрома», я думаю, что это положительная вещь.